Какой русский не любит быстрой езды? А еще выброс адреналина, зимних забав, катание на санях и позерство на камеру видеонаблюдения. Как раз одна из таких камер и зафиксировала, как мужчина прицепил салазки к машине и устроил покатушки. Все происходило на улице города. Несмотря на то, что все эти забавы были зафиксированы, по горячим следам поймать экстремала не удалось. Сейчас пытаются установить водителя машины и саночника. Правда, пока результата нет.